И? Вот про соцсети, кстати, Шнуров, как вы знаете, не так давно пошел в политику, он теперь да. политический деятель, и он зачистил очень многие свои посты. Вам приходилось когда-нибудь постфактум зачищать то, что вы написали в соцсетях по тем или иным причинам? Я думаю, что я не пишу, может быть, ничего революционного такого, но не приходилось. А в принципе вы считаете, что человек социально значимый, ну вот у которого есть поклонники, фанаты, который любим аудиторией, он должен всегда держать в голове, что чтобы он ни написал, это будет прочитано, истолковано. То есть вы тогда отказываетесь быть самим собой, мне кажется, вот в этом аспекте, когда выступаете в социальных сетях как артист. Я не думаю, что я отказываюсь быть самим собой, просто если я в присутствии детей не ругаюсь матом, это не значит, что я перестаю быть самим собой. Это как раз это я есть такой, который считает, что при детях этого нельзя допускать. Но я ни в коем случае не осуждаю никого. Я думаю, что просто должны быть разные люди. Гармония складывается, мы все разные. Я такой, он такой. Было бы скучно, если бы были все такие, как я. Было бы тошно, если бы были все такие, как он.